Привет, дорогие телезрители! В эфире команда ФИТ. Мы, как всегда, на страже вашего здоровья и хорошего настроения. Сегодня в утреннее спортивное путешествие с нами отправится Анна Павленко. Анечка, привет! Привет! Ань, вот если не хочется тренироваться, ну прям совсем лень, что с этим делать? Есть у тебя какой-нибудь секретик? Действительно, бывает так, что и лень, и не хочется, может быть, устали, может быть, нас кто-то расстроил. Но я для себя использую такой лайфхак. Начать с малого. Начните с того, что вам больше нравится. Может быть, это ходьба, или легкий бег, или какие-то танцы под веселую музыку. Может быть, это прыжки на скакалке или любая активность, которая доставляет вам удовольствие. А после вы уже втянетесь в тренировочный процесс и сможете выполнить свою задуманную тренировку. Отлично. Ну что, давайте начнем тренироваться вместе с Анечкой. Делайте громче. Сегодня мы сделаем небольшую тренировку на спину. Готовы, девочки? Начинаем. Небольшое вращение назад. Еще 4, 3, 2. Руки перед собой. Разворачиваемся за рукой. По центру. Не спешим, проводите ладонь взглядом. По центру. Еще 2 раза. Центр. И еще последний раз. Остаемся, руки перед собой, тазом тянемся назад. 2, назад. 2, вырастаем. Представляете, как будто бы хотите коснуться таза стены позади себя. Взгляд скользит вниз. Отлично. И еще разочек. И будем вытягивать руки в продолжение корпуса. Вниз. Потянули руки и лопатки вслед за руками. Обратно. И вырастаем наверх. Еще таз такой же медленный. Вниз. За руками. К себе. Вырастаем. Добавим темп. И 8. Наверх. 7. 6. Отлично. Проверьте центр пупок себя. Ощущайте свою спину. Движение лопаток вслед за руками. Никакого напряжения в шее. Все очень мягко. И немного расслабим спину, ладони на бедра. За лопатками потянуться наверх. Вдох. И выдох. Выныриваем. Взгляд вверх. Вдох. И выдох. Последний раз. Вырастаем. И встаем в планку на ладонях. Взгляд между ладонями. Таз нейтрально. Проверьте, чтобы ваш копчик смотрел назад. Еще постоим. 4. 3. И если доступно, начнем небольшие шаги руками. Отрываем. Раз. Руку. 2. Переносите вес тела. Слейте, чтобы ваш таз не гулял из стороны в сторону. Очень активный живот. Активная спина. Плечи далеко от ушей. Если вам доступно, отрываем противоположную ногу. Раз. 2. 3. 4. Еще. 4. 3. Вы можете остаться здесь, а можно усложнить касание ладони плеча. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще. Последние. 4, 3, 2, 1. Поставьте колени на пол и усадите таз на бедра. Округляем спину, тянемся ладонями вперед. Лопатки чуть назад. Одна сторона. Вторая. И вырастаем через круглую спину наверх. Хорошо. Всем спасибо и отличного дня. Есть такая юмористическая цитата: «Лень закаляет характер». Если вспомнить, сколько требуется усилий, чтобы ее побороть, так давайте тратить усилия с пользой, а закалять характер с помощью силы воли. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. We'll be right back.